Привет, мои дорогие! Как у вас дела? Ну-ка, я вас немножко подвину. Мерабалар такипчаларым, насылсыңыз, иі мисіңіз? Дәл иім, тешекер әдерім. Бүгін бізді песчаночка. Сегодня у нас и голубая. Голубая узбекская. Вкусно, правда? Будет. Ну вот, хочу прям пожевать от души. Ничего приложение не поставила сюда. My dear, hi. Такипчаларым, песчанка, Мави, Узбекистан. Солененькая. Пожуем. Ой, какая вкуснятина. Песочки.
Вот теперь, когда она подсохнет хорошенечко, можно будет ее покушать. Она будет еще хрустящая и малосоленая.
вкусно пожевали. Реально было вкусно. Конечно, я проглотила какую-то часть и глины, и мела. Ну, у меня там столько лекарства я пью. Еще на целый месяц, наверное. Вот, и решила заняться маленько собой. Бишкек мне почему-то не очень. Я здесь очень стала часто болеть. А погода не по мне. Вот, мои дорогие. Купила билет на 14 число. 14 числа, дай лах, я улечу в Турцию. Так и пчелары. Güzeldi, tadı da güzeldi çok. Hepsini yutmadım ama biraz yuttum. Görüşürüz. Çok teşekkür ediyorum. Thank you, my dear. Вкусно. Голубая, кстати, это у меня последняя. Скоро пойду на рынок. Сниму вам рынок. Пойду покупать голубую. Вот, надо купить. Но у меня тут столько, вообще, я не знаю, так много. С собой я забрать не могу, как я уже говорила. Сходила в Каргу, попросила, чтобы отправить мелочек, глинку. Больше 2 килограммов просто не берут. Это было очень печально, но что делать? Хоть 2 килограмма, думаю, отнесу. Вот хотела взять голубую глинку. У меня в Турции ее нету. Думаю, отправлю. Ну, пусть карго едет. Вот. Килограмм отправки $6, я так думаю, если не подорожало, не знаю. Вот, все же по курсу. Ну, в общем, как-то так. Было очень вкусно. Я закидывала свои новые видосики на второй свой канал, HD Mari. Вот, туда я закидываю, и вчера закидывала, и позавчера. Вот, кто не смотрел, можете там посмотреть. Есть тоже интересные видосики с поеданием глины и мела. Вот, этот видосик я, конечно, закину где? В Мариамелек, мои дорогие. Ну, хотя бы, если не хотите подписываться на второй канал, хотя бы можете просмотреть. Тоже интересно, там 2 дня уже как бы туда я загружала видео. Вот. Ну, завтра я постараюсь тоже снять видео. Завтра у меня загружено, конечно. Послезавтра я буду занята. Послезавтра не смогу загрузить, наверное, видео, не знаю. Ну, дай бог. Будем. А все равно без мелочка, без глины мне тяжело. Я пробовала как-то вот день-два не ела. Но прям вообще это невозможно было уже. Прям хотелось. Да, вот. Так что спасибо, мои дорогие. Прощаюсь с вами. До следующих встреч. Благодарю вас за внимание. Пока-пока. До свидания. Целую вас. Teşekkür ederim takipçilerim. Abone olun 2. kanalıma. İnşallah görüşürüz. Bye bye.